тогда. Всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Сейчас. Экзариамусте. 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 Омнус мундус спиритус. Омнесота. Не-не-не, ну нахер. А то вдруг еще сработает. Всем привет и добро пожаловать на канал Конг, с вами Кин и рубрика «Что посмотреть?». Рубрика, где я вкратце, или нет, буду рассказывать про завершенные сериалы, закрытые сериалы или сериалы, имеющие за спиной от 3 сезонов. А начать я решил с чего-то лампового, родного и знакомого, того, что начинал смотреть еще в школе и продолжаю по сей день. Сверхъестественное. Мне вообще надо про него что-то рассказывать? Ну ладно. В центре сюжета у нас два брата, Дин и Сэм Винчестеры, путешествующие по Америке, на ставшей любимой многими, в том числе и мной, Chevrolet Impala 67-го года. И иногда сражающиеся, а иногда помогающие разные чисти и нечисти. Вместе с братьями по ходу истории с чем мы только не столкнемся. Вампиры, оборотни, призраки, ангелы, демоны, левиафаны, зомби-нацисты, другие измерения, путешествия во времени и прочее, и прочее. Хотя, реализуя авторы изначальную идею, то мы бы сейчас смотрели совсем другой сериал. Про газетного репортера, расследующего загадочные городские легенды. Это ведь так интересно. Нет. Но благо от этой идеи отказались, и сейчас мы имеем наше родное, любимое ламповое сверхъестественное. Сюжеты которого могут скакать от полнейшего бреда и чуши до сильной семейной драмы. Что не перестаешь удивляться грамотному балансу в сериале всего этого. Но что бы ни происходило на экране, за этим всегда интересно наблюдать. Так что если у вас нет пунктика по поводу околорелигиозных сюжетов, вам нравятся семейные истории, сказки про монстров и классика рока, то Супернатурал — это то, что вам нужно. На момент выхода этого видео сериал насчитывает 14 сезонов. И вообще, если честно, я думал, они будут продолжать хреначить сезонов до 30, может быть, 40. Но нет, анонсировано, что 15-й сезон станет последним. Speed. Hey guys, Jared, Jensen and Misha here, and we have some big news that we wanted y'all to hear from us. We just told the crew that though we're very, very excited about moving into our 15th season, it will be our last. 15 years of a show that has certainly changed my life. I know it's changed these two guys' life. And we just wanted you to hear from us that that though we're excited about next year, it will be the finale, the big grand finale of an institution. Yeah, we've cried some tears, and we'll cry some more. But we're going to save the emotion for next season. Grateful, yeah. And we'll work all the emotion into next season. We talked about this in advance. We're like, let's not get emotional about it. Let's just try to be cool. And he's hanging on for dear life, I know. We love you guys, and this family is not going anywhere, even though the show will come to an end. I will say this, a little word from Mr. Eric Kripke, the creator of this world and these characters, that in a show about family, it is amazing, and it is the pride of his life, that it became family. So thank you guys for that. Thank you. И, блин, если честно, это вообще капец. Я вот сколько себя помню, со школы всегда смотрел натуралов, хоть и с перерывами. А тут спустя 15 лет их отпускать даже как-то грустно. Да, порой в сериале были неинтересные серии и даже скучные сезоны. Но благо сериал всегда исправлялся. В общем, если вы ищете что посмотреть, то мой вам совет — разбавить вечер чем-нибудь сверхъестественным. 310 интересных эпизодов отлично подойдут на недельку-другую просмотра. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео или оно было вам полезным, то подпишитесь на канал, поставьте лайки, загляните в мою группу ВК и Инстаграм. Ссылочки будут в описании, буду рад вас там видеть. А я же вам пожелаю только интересных сюжетов и пока-пока.